вечер. Мы снова вместе в студии Екатерина Абрамова. Новость последнего часа. РИА Новости сообщают, взрослых среди погибших нет. Глава Следственного комитета России Владимир Маркин подчеркивает, никто из инструкторов, сопровождавших детей, не предпринял необходимых усилий для спасения детей. Они думали о спасении собственных жизней. Конец цитаты. Что же произошло в Карелии и кто за все это будет отвечать? Вся последняя информация нашего корреспондента Анны Бажайкиной. Спасательная операция длилась почти 6 часов. Детей искали и на озере, и на берегу. Трагедия произошла еще вчера в 16:30. Группа 47 детей и четверо взрослых сопровождающих отправились покорять Карельское Сямозеро. Но для 14 детей, в основном все из Москвы и в основном сироты, эта школа рейнджеров оказалась последней. Девиз оздоровительного лагеря – пророческим – остаться в живых. Вопросов к организаторам отдыха много. Трагедия произошла в субботу, но известно обо всем стало лишь сегодня. Выяснилось, турпоход не был зарегистрирован в МЧС. И еще, по последним данным, далеко не у всех были спасательные жилеты. Инструктор турклуба Леонид Вайсман много лет устраивает сплавы по российским рекам для студентов МГУ. Говорит, нарушение налицо. Детские группы вообще по правилам техники безопасности там должно быть два инструктора на группу. И уж, конечно же, не на группу в 49 человек. То есть там взрослых должно было быть намного больше. Вот. И, конечно же, если там два там, или даже шесть человек на 49, шесть человек на 40 человек детей, это недопустимо. Особенно это было важно во время сплава по Сямозеру. Это одно из самых больших озер в Карелии. Сотни квадратных метров. Одно из самых непредсказуемых. В Карелии это очень изрезанная береговая линия. Вот, как правило, ну, если ветер, что называется, идет над равниной, да, он имеет определенную структуру и, в общем-то, собственно говоря, он такой, как есть. Если же он встречает на пути либо возвышенности, либо изрезанные вот такие вот рельефы местности, как в озерах Карелии, то, безусловно, ветровой режим претерпевает изменения как по скорости, так и по вектору, по направлению. Накануне местные жители получили смс-рассылку предупреждения о шторме. Предположения спасателей подтвердились. Уже с утра поднялся сильный ветер, но отменять поход никто не стал. Спустили на воду две лодки и один плот. Высота волны достигает на водоеме 1-3 метров, это как минимум. То есть в любом случае и накануне, и в течение уже дня воскресного ситуация была штормовая. Спустя несколько часов две лодки перевернулись. Дети оказались в ледяной воде. Несколько минут и критическое переохлаждение. О ЧП первой сообщила 15-летняя девочка. Сегодня утром она пришла в себя на берегу деревни Кудамы. Туда ее выбросило волной. Только после этого начали искать остальных детей. Местная жительница Татьяна по телефону рассказала о лагере шокирующие подробности. Женщина живет в 20 километрах от него. Ее дочь 5 лет назад пыталась там подрабатывать. Когда я приехала на территорию лагеря, я ходила больная потом неделю. Потому что я педагог. Когда я вижу, что воспитатели уже в нетрезвом состоянии днем разгуливают по территории лагеря банкой пива и сигаретой в зубах, я это видела своими глазами. В прошлом году там дети работали на территории частного участка. Просто использован детский рабский труд. Давали полбуханки хлеба на день, их не кормили. Сейчас в Карелии проверяют все детские лагеря. Четверо организаторов смертельного сплава задержаны. Их допрашивают. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Из Москвы в Карелию вылетит еще один борт МЧС. Направим профессиональные бригады врачей и оперативную группу инсукса для координации всей работы. Это первое. Второе. НСУК, ставьте на план на 23.00 спецборд Ил-76 для доставки тел ребятишек, которые, к сожалению, погибли. Родственникам погибших окажут психологическую помощь. Сотрудники института имени Сербского уже проводят телефонные консультации. В любой момент готовы выехать на место. Была дана команда Вероники Игоревны Скворцовой, нашим министром, оказать психологическую помощь. Во-первых, родственникам погибших, и во-вторых, пострадавшим. На данном этапе самая основная вот эта острая реакция на стресс – это тяжелейшее горе. Понедельник, 20 июня, в Карелии объявлен днем траура. Анна Бажайкина, Елена Воротилова, Кристина Волошина, программа «Вместе Россия». Ужасная трагедия, но самое главное, без ответа остается вопрос, как же так получилось, что все случилось вчера,
а стало об этом известно только сегодня утром. Неужели никто из лагеря, откуда дети поехали в этот поход, на этот сплав, никто ни вчера даже не побеспокоился? А как там группа? А что с ними? Ужасная абсолютно вещь. Ну, к этой трагедии в Карелии мы еще вернемся сегодня в течение нашего выпуска, а пока о других темах этой недели. И сейчас мы снова возвращаемся к трагедии в Карелии. Пришла вот новая информация во время нашего эфира. На этот час уже известно о 15 погибших детях. Это данные Итартасс. Среди утонувших нет ни одного взрослого. Тем временем спасенных детей доставили уже в Петрозаводск. Это столица Карелии. Пятеро попали в больницу. Выяснилась еще одна подробность. Погибшие дети жили в стихийном палаточном лагере. Инструкторы, по сути, не имели никакого права вести их в водный поход. Но получились тут такие опасные каникулы. Между тем, президент Путин поручил выявить все причины трагедии и выразил свои соболезнования родным и близким погибших.